Я говорю. Почему? Да потому что в этот день она по нашей планете самым законным образом шагает сказка. Она совершает путешествие к нарядным елкам, гремит раскатами фейерверков, сияет разноцветными фонариками и задает сказочные загадки. И так объявляется сказочная викторина. А там приз. Итак, вопрос номер раз. В какой сказке говорится, что только совместный труд может спасти небывалый рекордный урожай? Ребка. Кто первый был? Оля. Какой сказка? Нет, вот нет, вот оттуда. Царица. Царица. Царица скромная. Давайте просто считать. На мандарин. Два тогда даем. Не скромничаем, лечим первыми. Это сказка? Поучительная история о том, как одна жительница деревни с помощью магических действий создает продукт из драгоценного металла. Но ее хозяева уверены, что натуральные продукты питания гораздо... Да. Не дала даже досчитать вообще. Слушай, я чувствую себя дебилом. В такой сказке рассказывается о серийном убийце с очень серой внешностью, который... Серая шапочка! Волк и семеро. Чистый. А кто сказал первый? Волк и семеро. Волк и сказал. Волку не надо говорить, ему мандарин. Это сказка, грустная повесть о том, что желание напиться и пренебрежение умных любящих родственников приводит к потере человеческого ума. Козленочка! Не пей, Иванушка. Вы мне название сказки говорите. Не надо про козленочка. Я так и хотел сказать. А я же у вас коррекционной зависимости. Какая сказка похожа на остросюжетный боевик с дерзким побегом из родительского дома? Голова, колобок! Держи. Блин. Тремя неудачами. Он и укатился, да? Он убежать норовил. Это сказка. Неопровержимый аргумент в пользу того, что отвага и смекалка далеко не всегда зависят от роста человека. Пальчик, пальчик! А это есть про яблоко, которое стреляют? Это история о том, что доброта и хорошее отношение к животным помогли бедной сироте справиться со всеми выпавшими на ее долю жизненными трудностями. Гуси и удачно выйти замуж. Нет. Дюймовочка. Да. Я, конечно, знал раньше, но... Ты не в счет. Нет, почему? От какой сказки, ведущий, мы узнаем о коварстве красивой и богатой женщины, которая... Кого превратился князь Гвидон из сказки Пушкина, сказка о царе Салтане и так далее? Комара! Шмель! Шмель? Кто-нибудь полный ответ даст? Комар, потом шмель! Правильно! Комар, муха, шмель, да, такой последовательный, что, по крайней мере, все... Иди дальше, это комар сказала! Иди там! Муха, комар, шмель! Кого превратился великан людоед из сказки «Пирогов в сапогах»? Крыса! Нет. Сначала в льва, потом в мышь. Да. Абсолютно. Дальше. Молодец, кролик. Кролик. Кого превратился красивый мальчик Яков, герой сказки Галфа, карлик нос? Пуси. Чего? Карлик нос. Пуси, карлика. Карлика. Урод. Карлика носа. Ну в карлика, какая разница, он все равно так. Кого превратились 11 братьев? А сказка называется «Гуси лебеди». Да. Кого превратилась курица Чернушка из повести Погорельского «Черная курица» или «Подземная жизнь»? Нет. Сказка «Щелкунчик».
Ой, тут следующие его сложные вопросы пошли. В кого превратился Петя Зубов, герой сказки Шварца, сказка о потерянном времени? Старик. Вот сюда, старик. Нет, там первый был. А йога из донатчей сказки, а йога? А йога стал. Вот это точно. В йогу. А йога. Мы таких сказок не знаем. Ворон. Ну, говорят, это сложные. А йога. Да, в пустыню она превратилась. Мы не знаем, пустыню? А два брата из сказки Шварца, два клёна. Клёна, наверное. Третий клён. Правильно, забери себе подарок. А лягушонок из сказки «Братьев Гримм»? Принцессу! Король лягушонок сказка называется. Ну, король, наверное. Не совсем. Королевича, между прочим. Принца. А, ну вот это вы знаете. Багдадский калиф Хахид, герой сказки. Калиф, да. Ну, ты говоришь. Ну, Юра, ты с тобой напал. Да, у фиксики. Все знают. Фиксики. Они в сказке. Понял? Лапянчика. Это лапянчика. А потом превратился жестокий мальчик, упавший со звезды. Звездный мальчик, да. Потом И сказка «Мальчик-звезда». Говнюка. Звезда. У него мама была та самая, короче говоря, бедного и вообще. Ну, варианты еще будут. Вот это еще варианты. А, это «Маленького принца», наверное, живущего на Луне. Нет, «Звездный мальчик» вот это, который... «Мальчик-звезда». «Звездный мальчик», который... Ну ладно. Нет, мальчик с лицом, как у жабы. О, круто. Ну и еще напоследок. Юра Баранкин, помните? Юра Баранкин и Костя Малинин из повести Медведева «Баранкин будь человеком». Кого он превратил? Он первый сказал. Нет, бабушка. Там много вариантов. Бабушка. Нет, он превращался в бабушку, воробья и еще в кого-то. И еще, скажи, третьего. Не муравья. Не муравья. Ты подсказал, Маша. Молодцы! Так, выиграла Маша. Давайте, кого лишние? У нас было 10, их мы съели. Хорошо. Лишних? Нет.